старинный национальный инструмент. У нас есть с вами замечательные традиции. И вот одна из них, ну, когда мы садимся за стол с нашими друзьями, близкими, немножко подогреемся, закусим, а потом начинаем петь. Правда? И вот есть у нас с вами такая хорошая песня «Уральская рябиночка». А давайте мы ее споем. Вы споете, а я вам сакомпанирую.